Всем привет! Вы на канале Maples Planet, и в этом видеоролике будет распаковка муравьев и начало одного эксперимента, связанного с ними. В этой посылке находятся матки. Муравьи называются Neopanera villosa. Приехало аж 3 матки, но не стоит думать, что все так просто. Ведь эти матки не оплодотворенные, и они практически ничего не стоят. Ведь нормальные матки стоили бы гораздо больше. Тогда зачем они мне? Они мне нужны для одного эксперимента. Муравьи Neopanera villosa обитают в Эквадоре, Центральной и Южной Америке, Мексике и так далее. Муравьи крупные, примерно 2 сантиметра. Живут они в тропических лесах. Также гнездятся в коре, под землей, в опавшей древесине и так далее. Муравьи относятся к панеринам, имеют жало и яд, которым активно пользуются. Муравьи хищники, но также предпочитают питаться и какими-то сладкими фруктами или нектаром. Из яиц, отложенных ими, больше никто, собственно, и не вылупится, только самцы. Ну а дальше я попытаюсь оплодотворить других маток самцами от одной матки. Ну, то есть, провести что-то типа внутригнездового оплодотворения. Почему же я уверен в эксперименте? Ну, на самом деле, я в нем не уверен. Тем не менее, в интернете можно найти информацию о том, что у муравьев полигения. А это значит, что в колонии может присутствовать несколько маток. Также полигамия. А это значит, что эти матки не конкурируют между собой. Также есть информация, что и рабочие данного вида могут откладывать яйца, из которых будут выводиться самцы. Все это наталкивает на мысль, что все-таки возможно что-то сделать. Ну и я даже видел, что у некоторых людей это получалось. Итак, в чем заключается эксперимент? Я собираюсь вывести самцов от этих маток. Эксперимент, целью которого будет получение оплодотворенных маток. Конечно, не факт, что он будет успешным, но попытаться стоит. Для эксперимента мне понадобится минимум 2 матки. И для начала мне нужны самцы. Поэтому я прикупил 2 вот таких формикария, чтобы туда заселить маток. От компании Mayans под названием Panerin House. Они идеально подходят для данного вида. Муравьи из тропиков и формикарии имеют гипсовые гнезда, которые очень хорошо держат влагу. Также просторную арену, на которую я насыпаю кокосовый субстрат. Те же самые действия я проделываю и со вторым формикарием. Напомню, что условия у обоих маток одинаковы. При заселении в формикарии ни у первой, ни у второй матки яиц не было. Матки покинули пробирки, и можно их достать из формикария. Пока что матки просто обследуют новую территорию. Итак, матки заселены. Остается только кормить их, наблюдать и надеяться на появление первых яиц. Так прошло примерно 1,5 недели, и у маток появились первые яйца. Вот посмотрите, матка держит парочку яиц у себя в мандибулах. Поначалу матки сидели долго на арене, и как я понял, они ждали самцов. У маток попросту не было инстинкта искать себе укромное место, чтобы отложить первые яйца и выводить первое поколение рабочих. Они просто сидели на арене и ждали чего-то. Тем не менее, яйца они откладывали, и также неожиданно их и съедали. Но позже ситуация изменилась. Как видите, матка таскается по арене с яйцами и не знает, куда их деть. А вот ситуация у первой матки чуть-чуть по-другому. Она отложила яйца в гнезде. Поначалу я подумал, что это случайность. Но матка ухаживала за яйцами, трогала их усиками и переносила. А это значит, что за яйцами она ухаживает. По какой-то причине матки поначалу вели себя по-разному. Одна матка сразу ухаживала за расплодом, а вторая же нет. Плюс вторая откладывала яйца и уже на следующий день их съедала. А вот первая, наоборот, имела очень хороший аппетит и с удовольствием поедала все, что я ей предложу. Итак, на этом пока что эксперимент останавливается.
Сейчас нужно ждать появления личинок, затем коконов и уже потом смотреть, что оттуда выйдет. Я буду подселять своей матке муравьев вида Неопанера велоса макриц вида Порционидес руиносус. Я это делаю для того, чтобы у матки не возникало плесени. Макрицы будут поедать плесень, вернее остатки органики, то есть недоеденных знахарей или тараканов. Тем самым плесень не будет образовываться, а значит и клещи не будут появляться. На гипсе уже образовались некоторые такие пятнышки плесени, поэтому будем подселять макриц. То есть матка под номером 1 и под номером 2. Давайте же посмотрим, что случилось с маткой под номером 1 спустя целый месяц. Как видите, у нее уже появились личинки. Две достаточно крупные, две поменьше и очень много яиц. Питаются они тараканами и знахарями. Личинки питаются самостоятельно, то есть матке достаточно просто положить рядом с ними еду. Они сами могут даже подползти и начать ее есть. Поведение этой матки под номером 1 очень сильно отличается от поведения другой. Она ухаживает за расплодом, как мне кажется, гораздо лучше. Достаточно активная, и это было еще заметно, когда появились первые яйца. Поведение у нее очень сильно отличается. Это прямо заметно. У меня есть одна догадка, почему так происходит, но, скорее всего, она не оправдается. Посмотрите, как матка вцепилась в знахаря. Это любимая ее пища. Тараканов она, конечно, не боится, естественно, убит. Затаскивает их к личинкам, но потом вытаскивает еще не доеденного таракана. А вот знахарями, которых она никогда не бросает, прокормить кучу огромных личинок достаточно тяжело. Итак, посмотрим, что случилось с маткой под номером 2. У нее дела не так хорошо, тем не менее, тоже есть одна личинка. Конечно, она не такая крупная, как у другой. Ну а также немного яиц. Питаются они убитыми знахарями, так как и убитых тараканов, да и знахарей тоже, эта матка боится. Это тоже заметно по ее поведению. Да и как-то за расплодом она хуже ухаживает. Не знаю почему так, поведение у них прямо очень сильно отличается. А вот условия наоборот, у обоих маток одинаковые. Кормление происходит в один и тот же день. Даже формикарии стоят на одной и той же полке. И я продолжаю эксперимент по попытке получения оплодотворенной матки вида Неопанера велоса. У меня живет пара таких маток, формикарии Панерин Хаус Мини. У них есть достаточно крупные личинки и вообще очень много расплода. И вот примерно 6 дней назад матка начала окукливать личинок. Вернее, одна из двух маток, под номером 1. Этот процесс достаточно интересен. Личинки, да и сами муравьи крупные, это очень хорошо видно. Личинка выделяет некую нить, очень тонкую, которая быстро застывает на воздухе. Если приглядеться, ее можно увидеть. Матка же обкладывает личинку субстрат, тем самым создавая будущую форму кокона. То есть личинка, так сказать, будет закопана под субстратом, а сам кокон будет сформирован из частичек этого субстрата. Лишнее же матка потом уберет. Так делают многие муравьи, обкладывая личинку субстратом, песком или же вообще просто мусором. Кстати, как видите, пара личинок достаточно крупные, практически размером с матку. Они точно больше сантиметра. Поэтому питаются они очень хорошо, и одних знахарей не хватает. Поэтому я разнообразил рацион этой матки мучником и тараканами. Итак, спустя ночь я обнаружил целых два кокона. Я не застал момент, когда матка начала обкладывать вторую личинку, но на утро уже было два кокона. Как видите, они достаточно крупные. Они еще достаточно прозрачные и шевелятся, то есть внутри личинки еще продолжают его плести. Тем не менее, спустя примерно 2 недели уже будет понятно, кто будет внутри кокона. Это можно будет определить по его форме. Рабочий, матка или же самец внутри кокона. Продолжение видеоролик про маток вида Неопанера велоса. Примерно месяц назад появились два кокона у одной из маток. И сегодня посмотрим за вылуплением муравьев из этих коконов.
Как видите, один самец уже родился. Он сидит на стенке. А вот второй кокон потемнел и тоже готов к вылуплению. Матка начинает его распаковывать. Открывая верхнюю часть, показываются усы будущего самца. Как видите, открытый кокон лежит около матки на субстрате. Позже она туда же положит и второй. Непонятно почему, она не выносит коконы на арену, а оставляет их в гнезде. Кстати, как можете заметить, у матки уже 4 кокона, то есть 2 она вскрывает и еще 2 лежат. Один из этих двух коконов по какой-то причине очень маленький. Я не знаю, почему так, но посмотрим, что из него выйдет. Но, как по мне, матка очень неумело это делает. Скорее всего, это ее первый расплод, и она впервые занимается распаковкой кокона. Поэтому делает все она очень неумело. Поначалу я думал, что самец будет крайне не способен первое время. Его будет сковывать пленка, которая обычно и убывает у муравьев после рождения. Теперь матка решила потаскать его за усы. Кстати, как можете заметить, усы крайне большие у самцов. И в принципе таких самцов у муравьев я вижу впервые. Обычно они выглядят совсем по-другому. И в отличие от маток, гораздо меньше. Сейчас она его решила взять и куда-то понести. Потыкать головой в стену и положила на место. Самец изо всех сил пытается вылезти сам. А матка же просто стоит и смотрит. Я даже не знаю почему. Итак, посмотрите. Вот самец наконец-то сам вылез. Я еле успел включить камеру, как он наконец-то покинул кокон абсолютно самостоятельно. И как вы можете заметить, он полностью сформировавшийся. Крылья, лапы, усы. Он начинает чиститься. Как я предполагал, пленки, сковывающие его, нету. Матка не торопится его очищать и как-то ухаживать за ним. Такое ощущение, что она его вообще боится. Посмотрите, как она от него отходит. Мама. Му. Да-да. У матки из расплода осталась пара очень мелких личинок, яйца и 2 кокона. Теперь эксперимент будет продолжаться. Следующим этапом нужно подождать, когда самцы окрепнут и будут выходить на арену, то есть готовым к спариванию. Потом этого самца можно будет поймать, ну и как я планировал в эксперименте, подсадить к другой матке и посмотреть, что из этого выйдет. А сейчас остается только ждать, пока самцы будут, так сказать, восстанавливаться после рождения. Они, кстати, даже не способны питаться. Именно поэтому нужно сразу это сделать, пока самцы попросту не погибли сами по себе. Ведь живут они крайне мало. Будет продолжение про маток видения Панера Велос. В прошлом видео у матки под номером 1 родилось 3 самца. И в этом видео я попытаюсь подсадить самца ко второй матке, чтобы они спаривались. Тем самым я бы получил оплодотворенную матку. Самец вышел на арену, а это значит, что он готов к спариванию. Он уже окреп, потемнел. Теперь мы ловим его в пробирку. Просто вытряхиваем самца к ней формикарий. Теперь ждем, когда они встретят. Так вот первая встреча. Он мужчина, разведенный. И она разведена. Матка начинает, так сказать, обнюхивать самца. Тот же просто сидит. Поначалу мне показалось, что она не знает, что с ним делать. Она его не кусает, никак не трогает. А просто обследует. Но вот спустя какое-то время, она начинает его хватать за усы и за торок.
видимо, чтобы оттащить в гнездо. Вот самец сложился в форме эмбриона, но держится одной лапкой за стекло. В такой позе матка его старается отнести к себе в камеру. Насколько я понял, она подумала, что это ее, так сказать, рожденный самец, и приняла его за своего. Теперь она пытается оттащить его назад в камеру, но у нее это не очень хорошо выходит. Вот она потащила его за усы, а вот тут за хвост. Тем не менее, самец сворачивается в форму куколки, и матка заносит его в камеру. Теперь тут матка и самец. Остается просто ждать, но почему-то мне кажется, что чего не выйдет. Так как если бы что-то и произошло, оно бы произошло уже, и ждать бы не пришлось. И вы не раз меня спрашивали в комментариях, что же произошло с матками вида неопанэровелоса. Я проводил эксперимент некоторое время назад, чтобы узнать, возможно ли внутригнездовое оплодотворение у этого вида. И в этом видеоролике я сделал некоторые выводы. В прошлом видео я подсадил к маткам чужих самцов, то есть от других маток. Но нужно учитывать, что все эти матки из одной колонии, чтобы проверить, есть ли у этого вида внутригнездовое оплодотворение. Итак, матка под номером 1 в данный момент имеет буквально пару яиц и вскрытые коконы. Самец же, которого я подсаживал другой матке, а именно под номером 2, погиб. Я не видел как такового спаривания и подозреваю, что его не было. Так что думаю, что матка под номером 1 так и осталась неоплодотворенной. А вот матка под номером 2, и тут она вообще погибла. Почему так произошло, я сказать не могу. Самец также погиб. Этот эксперимент показывает и доказывает, что внутригнездовое оплодотворение у муравьев вида неопанэровелоса действительно невозможно. Я проводил его, чтобы узнать, реально ли это, ведь в интернете написаны разные данные. Сейчас же я полностью убедился, и этот видеоролик можно использовать как доказательство этому. На этом все, всем пока, вы были на канале MyPetsPlanet.